И те, что мне привезли мою невероятную елочку. Чингис ее сегодня мне привез. Я ждала этого момента целый год. И сегодня мы будем ее наряжать. Она просто невероятно красивая. Я думаю, вы ее помните. Я решила провести опрос на Инстаграме среди вас. Хочу, чтобы вы выбрали, какую елку лучше сделать в этом году. Красную, белую или золотую? Итак, белая. Большинство сказали нет. Красная. Большинство сказали да. И золото тоже да. То есть белая отпадает. Скорее всего, будет красная. А это посмотрим. Большинство выбрали золотую. Окей. Мой малыш тоже ждет, не дождется, когда мы соберем эту елку. Это, кстати, первая его елка в жизни. Чингис пришел. Я давно не была так красивой. Чина! Мы идем покупать игрушки. Чингис пришел со встречи, и я его торопила, и сказала, что если я сегодня не куплю, то все. Развод, девичья фамилия. Давай быстро переодевайся, мы должны пойти за игрушками. Что переодеваться? Я так... В костюме? Да. Конечно, для меня это тоже очень важное событие, но не настолько. Вот, как вы видите, я целый год не трогала специально это место и ничего туда не ставила, даже телевизор, потому что эта елка просто создана для этого места, у меня прям в холле. Чингис, зайди в мои сторис и посмотри, какая елка лучше. Это не очень. Не очень, а она мне нравится. Это чересчур простая, вот это. Короче, Чингис не угадал мой вариант, правильный вариант красный, скорее ужас. Всего. В смысле? Честно. Я сделаю красный с белым, потому что здесь и так все белое у меня. И делать белое, это просто очень тупо и глупо. В общем, спасибо, Чингис. Мы потом вернемся к твоему мнению. Пошли. Мы уже по дороге в магазин, и в этом году я решила, что я хочу все купить в одном магазине. Потому что в прошлом я бегала по всему Баку и искала. А тут я выбрала один магазин, хочу все купить прям там и спокойной душой уехать домой. Новогодние игрушки, я сказала, это важно мне, но я не думала, что ты так оденешься. То есть, я что случилось? Я на встрече был раз, что работает. Да. И вот нашла, что знаковый день обновления елочки. Я сказала, Чингис, а это вообще нормально, что ты идешь так официально? А он мне сказал, что я же не надо, что ты одета как бомж. Я, то есть, одета как бомж, а он одет как лорд. Еще он мне сказал, что непонятный мешок с собой взяла. А он просто не понимает, что... Дед Мороза. Он просто не понимает, насколько это модно. И уже все переходят на такие мешочки. Они очень удобные. Неохота таскать с собой сумки. Охота мешок таскать. Он очень удобный. Садила Чингиза тут как VIP-клиента и поставила около него корзинку, в которой я буду собирать наши игрушки. Чино! Ассортимент клёвый. Первый раз за этот год я почувствовал новогоднее настроение. Чингиз прав насчет новогоднего настроения, потому что здесь такие приятные новогодние песни. Вы не представляете, я как зашла. Я просто вот растворилась в этой атмосфере и готова здесь как дюймовочка крутиться вокруг этой елки и крутиться. Здесь даже шишечки продаются, сейчас посмотрим. А нет, они просто для декора. Чингис, ну что? Отлично, смотри, где Дед Мороз. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide.
смотрите, это корзинка мечты прям моей, все розовое. Если бы у меня были бы дочки, я бы точно сделала розовую елку. Я бы сделала все розовое. Но, увы, у меня мальчики, поэтому все, что мне светит, это голубой или красный. Мы подумали. Я даже бедного Чингиза не спросила. В общем, я решила, что в этом году моя новогодняя елка будет красного цвета. И главная деталь этого года будет такие красно-бархатные огромные цветочки. Они мне напоминают бантики, поэтому я думаю, будет смотреться очень круто. А ты, Чингиз, что думаешь? Я также думаю. Выбери, какая тебе больше нравится. Снегами. Мои вещи уже собрали. Вот оттуда виднеется мой олененок. Я иду домой. Вы не представляете, как я рада, что я это все купила. И сейчас я буду все распаковывать. Ура! Чингиз тоже очень рад. Видите, что мне принес Сэм с садика. Он прям почувствовал сегодняшнюю атмосферу дома. Итак, наконец-то я смогла уложить Сэма спать. Он как будто прям чувствовал, что сегодня именно не надо спать. А вот как раз и Чингиз. Наша елочка здесь сидит и ждет нас. Как вы помните, в прошлом году я прям пошла, купила там костюм новогодний, все такое. И сейчас, перед началом влога, я пошла в гардероб и посмотрела, что у меня есть там такое новогоднее. И это все, что я нашла. Вот такие штаны, которые на 3 размера больше, чем я. Но они новогодние, поэтому я решила их одеть для вас. И носки свои, которые тоже мне большие, но они такие со звездочками и очень милые и сладкие. Какой чай ты? Какой чай? У нас нет времени на чай. Я вытащила все игрушки с прошлогодней и все, что я купила сегодня. Кажется, как будто тут ничего такого, но я думаю, у нас 1,5 часа точно займет, чтобы поставить эту елку. Больше? Ужас. Вы все поняли настрой Чингиза, насколько он несерьезно относится к этому празднику. Я серьезно отношусь, мне просто не охота вообще. Тебе неохота, мне тоже, Чингиз, на Новый год не ждет. У меня есть подруга, которая по совершенно случайности оказалась моей соседкой. И я сейчас позвонила, попросила ее спуститься и помочь мне поставить эту елку. И она, бедная, в ночнушке сейчас спустится, чтобы собирать эту красоту. Вот чем занимается Чингиз. Я хочу, чтобы все знали, как ты относишься. Сейчас зачем банан кушать? Я нам белковый день. Так, Лала уже стучится. Помощь уже здесь. Ура, начинаем! С прошлого года ничего не изменилось, все так же тяжело. Чингиз, где твой Саня? Ты как Дед Мороз сейчас? Thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I... Лала, я тебя уже не вижу там как-то. Если бы ночью мне кто-то пришел в таком халате, я подумала, реально, Дед Мороз. Давайте танцуем. Шляпки тоже они, ага. Как эти зеленые помощники Дед Мороз. И уши такие. Эльф, эльф, да. Который час ночи. Еще часа нету. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide. Вот момент, когда работа кипит тут. Чем занимается Джама, которая это все затеяла? Вкусно? Мне нужно силы. Для чего? Чтобы регулировать процесс? Ладно, ешь. Что ты ешь? Бургер ночью, молодец. Чингиза видно на лице праздничное настроение. Нудный, да, процесс очень, да, это. Там влоги с Чингизом будем как Маша и Медведь. Там серия есть, где Маша достает его из-за елки, а Медведь от нее убегает.
И на 3 размера больше, чем я сама, потому что мне просто нечего было одеть другое новогоднее. Чингис. Да. Твой рост? 1,80 м. Да, за год ничего не изменилось. В прошлом видео ты говорил то же самое. Может, я уменьшился. Ой, блин, ты стареешь? Нет, я поправился. С прошлого года я 7-8 кг минимум похудел. Нет, блин, 25. Клянусь, я тебе говорю. Я в прошлом году максимум 72-73 весил, а сейчас я 85. Ладно, хорошо. Нет, ты подожди, если 72-73, а сейчас 85, какой 70? Сколько лет получается? Все, Чингис, остановись. Есть всегда время остановиться. Возраст на елке тоже, да, уменьшается. Честно, да, корень меньше стало. В прошлом году у Чингиза все упало. Нет, это упало, когда звезду я ставил. А, звездочку, хорошо, ладно. В этом году я сам упал. Если ты грохнешься, Чингиз, ты мне испортишь Новый год. Сейчас это упадет опять. Давай, ставь верхушку. Давай, как в Нью-Йорке сейчас будет. Сейчас на 3-4. Гори, елка. Так, мы завершили этап огоньков, и сейчас Чингис включит. Подожди, Чингис. Давай. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Гори! Вот она горит красиво. Лала, смотри, что я купила. Ой, это будет очень красиво. Они бархат. Эти выглядят как яблочки красные, такие красивые. Что ты будешь делать? Устраивать цветник на елке. Итак, начинаем. Чинги, сделай с улыбкой все. Итак, мы закончили этап наших красивых цветочек. Мне кажется, смотрится очень красиво. Я так торопилась повесить все эти игрушки, что даже не успела снять бирки, то есть ценники. Спасибо Богу за таких соседей. Последние штрихи. Это последние штрихи? Да, почти. Главное, упростил. Я люблю эти новогодние носочки, их тоже я всегда вешаю. Вот так, но... Еще я каждый год покупаю новогодние чашки себе и Чингизу, и в этом году я взяла вот такого сладкого, очень сладкого, прям мишного пингвинчика и вот такого снеговичка. Просто очень сладко. Коротко о том, что творится у нас за елкой. Я очень надеюсь, что наше электричество выдержит и не взорвется один день. Помимо этой прекрасной елки, у меня еще одна будет елочка Чина. Мама мне купила вот такие красивые елочки. Сейчас я ее задекорю. Да. Уже сделала, сейчас вторую. Живые вот такие елочки. Гис мне сейчас обещал сделать ее еще красивее. Чина готова, твое произведение исключено. Это просто выглядит прекрасно, там потому что... Там удобно, то, что никогда не надо подключать. Подожди, Чингис, стой, еще одна деталь от меня. А вот и моя деталь. Ну, теперь смотрится идеально, сейчас я это просто положу к себе в спальню.
Всем пока. Стоп. У нас уже почти 3 часа ночи, и мы наконец-то закончили сделать эту прекрасную елку. Я хочу сказать спасибо Лале. Она вообще не в курсе была, что она сегодня собирается. Пока, накидайте лайков. Все, елка получилась клевая, нам очень понравилось. Чтобы этот год так же весело, все, чтобы все живы, здоровы были, всем здоровья побольше, благополучия, чтобы пандемия скорее нас покинула, ковид. Я хочу сказать, что нам очень понравилось, как получилась елка, и если вам тоже понравилось, то обязательно оставляйте комментарии и ставьте лайки. И чтобы в воздухе стоял аромат любви, мандаринов и шампанского просека. Всем пока! Пока! Что там стоит огромная елка. Посмотрим его реакцию завтра. Ставил подарки какие? Да подарки. Открой. Да, да, да. Это что? Иди вперед. Сэмми. Поздно с Голландии подарочки придут. Да, какие именно подарочки вы совсем скоро.